Итак, всем привет, приветствую на своем канале. Сегодня продолжаем серию стримов по ИЛ-2 БЗС. И как видно по нашему ангару, да, сегодня мы попробуем себя на темной стороне данного конфликта, так скажем. Ну, это я ее так называю, в принципе, все понимают, что это игра, ничего темного здесь нет, но попробуем полетать на синем. На синей стороне, да, на синих самолетах. И, как правило, уже сложилось. Начнем мы с берлоги для того, чтобы размяться. А вот на каком самолете полетим, в принципе, можно будет порешать всем вместе. Пока будет Фридрих, более-менее знаком. С остальных я летал очень мало. А дальше пойдем, наверное, опять же на Либерти. Попробуем что-нибудь сделать там. По предварительной так, информации страданий будет предостаточно, но и для нагиба мы сюда заходим, а для того, чтобы попытаться получить удовольствие. Значит, схема краски стандартно вот такая. Поехали. Да, да. Каких-то либо тестов сегодня, как таковых, ну, проводить никаких не планировалось. Я имею в виду, можно там пушку куда-то потестить. Хотя можно будет, возможно, даже переключиться на определенного, на определенный вид какой-либо орудия, да, или здесь, наверное, не орудия, все-таки пушки. Вот, и попытаться уже здесь, на этой стороне этого конфликта, да, на синей стороне, попытаться выяснить, насколько их снаряды вставляют поле красной стороне, да? То есть, если мы здесь поместили 37, потестили с красными, то здесь тоже есть крупные калибры. МК. Блин, МК какая-то. Я что-то сейчас вскидку и не вспомню, не скажу. Кстати, еще одна просьба. Если кто будет смотреть запись, запись, как обычно, будет жена на... Если кто будет смотреть запись, либо сегодня будет на стриме, если вдруг заметите пропадание моего голоса, микрофона и так далее, просьба об этом подсказать, потому что, делая, ну, выбирая, так скажем, яркие моменты со стримов, чтобы их опубликовать, я обнаружил, что периодически у меня мой голос пропадает. Сейчас порог шумоподавления был мною снижен, да, для того, чтобы этого избежать. И... соответственно, не знаю, насколько эффективно будут текущие настройки. Оп. Сколько эффективны будут текущие настройки микрофона. Поэтому, по возможности, при желании, можете подсказать, помочь. И еще пытался я победить те фризы при полете облака, которые у нас были на прошлом стриме, так этого победить это и не удалось. Поэтому пришлось облака снизить их качество до минимального. Надеюсь, тоже не сильно повлияет на качество стрима в целом, но в самом ОБС вроде бы при этом прошли. Вот здесь облаков нету. И фризов будет не должно. Так. Слабенько. Попал слабенько. Кто бы сомневался, что мы с Тамарой ходим не только парой. Ай! Земля. Все как всегда. Ребятки одного гонят, трое снимают. Ладно. Так. Стараемся внимание включать. Это бело. Бывает очень редко. И, как говорится, хочешь честного и битвы, иди на дуэльник и купился там. Но... как бы не реагировать тоже. Прям не реагировать тоже не могу. Кстати, еще один из моментов, да, тоже много думали о том, как бы замутить анонсики стримов и так далее, да, оповещения, потому что, как я понял, Twitch
непонятно, как производит эти оповещения. Вот, поэтому было решено создать, так скажем, группу ВКонтакте. Она есть в описании к стриму. Ссылка на Ютубе в описании к видео тоже будет. Поэтому, кто желает получать... О, хорош, хорош. Желает получать своевременные, так скажем, оповещения и более ранние, да? Можете подписываться на Discord, там я выкладываю в чатике стримы, выкладываю информацию о том, что стрим начался, и также буду это делать в группе ВКонтакте. Блин, больно, 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 сейчас будет больно, больно. Ай, хорош. Нет, ему пофиг, берлога. Кто отступать не вздумает, как я, так и мои потенциальные противники. Нет, этот вроде слился. Нет, не слился. Продолжает за мной вытягивать, просто разгонялся, судя по всему. Неплохо пробит, что постоянно клюет на крыло. Так, вот этого мне надо, товарища, более свежего и здорового, как-то подцепить, хотя бы пробить, для того, чтобы он не чувствовал себя настолько комфортно, чтобы и ходить всех и убивать. И тоже немножечко пообороняется. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все-таки кто-то продолжил. Продолжил кто-то атаковать. Очень плохо я стреляю пока. Очень плохо стреляю с мессера. Надо немножечко попривыкнуть к его прицелу, к положению головы. Хорош. Ай-яй-яй. Будет больно. Двое или трое за мной висит сразу. Так, все, выбили мне руль. Ой, блядь, она аж переревнулся. Да, отлетел. Там, судя по всему, хвост моего самолета падает прям. Я бы сказал, не падает, он парит. Парит в воздухе, пушинка. Опять дуплет. Дуплер какой-то. Дуплер. Засчитали меня тому же Яку. До этого. Ладно, потенциальная цель, но как его распознать, я очень редко его встречал. Узнать по маневрам его трудно. Как он ведет бой, пока тоже не знаю. Но то, что плотно сидит на шести, это факт. Так, и это кто? Брятина, что ли? Район двигателя. Здание было. Странно, как-то он летел, ладно. Шил и бог с ним. И что? Никого нет. Че у нас вообще? Их шестеро. Шестеро. У нас девять, да?
Да, полтора человека на... Может вызвать определенные трудности с поиском и обнаружением. Павка обычно так просто не дается. Обычно лавку репелы раньше хорошо. Так. Шаг. За ним якорь был. Да? На якорь, если вернется, пойдем. А, якорем займемся. Разные шака. И шаком тоже занялись. Дает. Дает. Поучалствовать. Опа. Спитфайр стал любить, конечно, еще больше, чем якорь. Не знаю, попал ли я, или это другой синяк, который на него висел. На ишачка, наверное, надо сажать. Садиться. О, почему ты так низко уходишь? Опять же, да, эффективность. Ручка на себя, да, на всю. Опять же, глазки не прикрываются. И помните, как на лаге или на кобре несколько раз сыпал. То есть там эффективность для высоты была немногим повыше. Здесь. Фаера я потерял. Это, наверное, он и есть. Да. Пошара, все проспал. Расслабился. Еще и масло потерю. Пробуем, пробуем, пробуем вывешивать. Других вариантов вообще нет. Сейчас он закрыл, как должен свалиться. Отлично. Теперь надо будет мстить. А-а-а, вся морда лица забросана. Маслом. Есть. Так сказать, получил фашист гранату. Он вспомнил, что я сам на немцах летаю. Еще раз попали. Еще раз попали. Есть. Пенка склеили. Единственное, что да, здесь уже не повеси. Ну, в смысле, не повоюешь. Менять машину.
Это, конечно, сейчас политика, когда уже после... Я его вроде как сбил, да, а меня все равно учитывает оно. Корректно, что ли? Или я его сбил почему? Хотя да, возвращайся домой, сажай. Странно, вчера... самолет. Пока был здесь, еще засчитали. Сел в лобби. Вчера стримили летучку. Была возможность выбрать разрешение стрима зрителей. Да? Стрим прошел. Это пишет красный. Минимум. Не понял я. Да, здесь даже если ручку до пупа потянешь, то... Хотя это я на мессе, или может быть на фоке что-то и есть. Какой-то, ну, так скажем, рациональный, или как, зерно, да? Здравого смысла в этой фразе. Так. Опять на ракете летая. Смотри, как сдалека он рубанул. Сава. Это уже он был. Эй. Ладно, победил. Будем считать, победил, молодец. Дуплер опять. Так, потенциальная цель. Сидят. Работай. Найдем другого. Оп. Тоже. Так-то вроде подразмялись. Единственное, что я... Не знаю, какие там сейчас на либертях самолеты с синей стороны и... На каком нужно было разминаться. Надеюсь, что... Ты разминки должен... Вот ручка не до пупа, нифига. Закрылки где? Где закрылки? Это уже, по всему, наш любимый Spitfire сзади.
Да. О, а, нет, коврочка. Коврочка. Придумать. Пытаться, по крайней мере. Уп, сейчас 37. Как даст. Накидал, накидал. Чайно. Да, я не понимаю, про что пишет Рубин и какие ручки на себя могут быть на синих. У меня здесь пипец как затяжеляется, конечно. И... По мной. Вот здесь ручку тянуть. Опять какого-то непонятного результата. Наверное, чаще от себя ее дать. Наверное, корректнее было бы от пупа. Потому что синие реально грешат. Я за собой заметил, даже я и сам частенько это им пользую. Что по-другому. Самолет хрен развернешь по роллу. Блин, бедняга як залетел такой. Смотрите их сколько здесь стервятников. Одного получается. Конвейером. Почему он такой? Мистер. Оп, а вот это уже нифига не мистер, судя по всему, да, шичок. Я сюда добрался, друг. Долетел ведь. Тяжачок тоже хрен попадешь. Ухо ЦЦ. Только пулеметики там чуть-чуть пим-пим и все. Их, чего раньше-то не стреляно? Залетел. Я все думал, куда он повернет. Всему все-таки не смотрел на меня. То есть.
карточка. Тоже ручка от себя была прям такая и херовая. Да-да, постреляй еще. С чем это ты к нам пришел? Чем-то на калиберном? Такие короткие очень метов. Накидал, накидал. Опять дуплер, блядь. Сучка как-то подкрадывается прям такой. Незаметненько. Умеет выбрать цель. Которая противиться. Ладно. Давайте найдем этого дуплера. Блин, вообще не рулится. Как на ним летают так? Мать, фока. Себя вштопоришь, блядь, и остальных заставляешь. А, монитор отключить. Конечно же, закрылки. Без закрылок як-не-як. Оу. Так, он закрылки уже выпустил, как думаю? Да, надо. Ай, больно, 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 больно. Нет, отлично. Чуть может чуть подрасслабиться. Закрылочки действительно были уже с этим выпущены. Чел просто потерял всю скорость. Опа. Мой, в кавычках, любимый самолетик. По мне уже кто-то работает, судя по всему, и шаг. Шкасиками. Ладно уже, чё, убьют ты. Есть такой лакомый кусочек в виде спидфайера. Могу? Блин, ты смотри, у него даже ни дыминки нет. Неужели в бак ничего не попало? Ни одного осколочка.
Это пипец. На! Грызун-то какой-то. Кинуть. Давайте, либертя. Сегодня достаточно. Красный ходи. Пора. Кто это? Я перезвучу его. Все-таки как я жаль серию. Я насколько я так, какие у нас здесь вообще два в этом районе походить смут в этом районе. Здесь сейчас будет сеть тогда трафики. Думаю, что нулями.
Здесь все строго у ребят. Лого. Сопровождать, конечно, я не пойду. Этим так уж и быть. Все. Блин, как его втягивает влево. Да, облака чуть-чуть гойненько выглядит. Уж. Ой. Ладно, игра не про облака, посмотрим. Видите. В целом. Лучше, чем из его БС.
никого, пока я не вижу. Главное, чтобы нарваться на такую группу в таких же высотах. Начальник. Нет? Это пеха. Пехи стрелки. Пеху сейчас стрелки предупредят, конечно. Я против пехи. Вообще не умею стреляться. Я против любых стрелков. Есть красный, синий. Любых стрелков. Посока здорово. Удачных политушек. Спасибо. Ох. Конечно. Конечно. Ладно. Так, как я понимаю, да, здесь помимо меня еще три синих. Все сагрены на эту пешку. Я не буду отступать. Это пока вафли кусали, я начал работать. Ладно. Беру свои слова назад. Работаю. Дойду. А нет, там еще вон войнушка, смотрите. Да надо будет поднырнуть пограмотнее. Кто-то пришел уже с прикрышкой, какая-то большая группа. Якорь, доход. Так. Гонится за синяком. Там выше тоже синяк. Хотя один якорь только, да, остальные те синие. Ребятки, наверное, сидят. ПСки отрабатывают. Парень пошел сливаться на догнать. Вряд ли, конечно. Синий. Как они вот его упустили, ты дымный. А, не один. Понял. Интересно. Не интересен такой геймплей, давай. Севернее. Смотрим, что там. Вот он. Да он же, это он. Идет нулями. Закрутится. Можно. Закрутится, можно помочь.
принципе, мы ничего не теряем. Синих проигрывать не всегда было не обидно. Почти. Идем как там как-то встретить. Ага, вон она война еще вверх есть. Чем там два. Гоняют на синего. Это смелел сразу с оножками. Че ноль. Раз, два, три, трое, четыре, четверо. О. Вариантов. Оп. Все туда тянутся. Вариантов, конечно, отойти. Если дадут, конечно. Я со своей желтой краской на фоне, наверное, очень хорошо заметен сверху. Блин, облака меня бесят. В таком разрешении. Зелененько я буду сбегать пока. Возможности. Что здесь кто-то за мной? За мной, но в мою сторону. Сейчас уже стрелять начнет. Ко мне ин. Ему нет, но попробуем устраиваться, конечно, не в прошлом стриме, что я здесь совсем один одинешенек среди достаточно большого количества вражеской техники. Это тоже лавка, ну в смысле тоже. Там была лавка за мессером, здесь мессер за лавкой. Давайте просто постреляем, если что, свалим. Тоже ручку от себя сразу. А, я на филде на их. Ёптель-мопти. Я думаю, куда он летит? Почему он так безопасно себя чувствует? Так, ну это и кинул вроде бы нормально. И кирдык. Да успокойся ты уже, тэдэдын, блядь. А так случается, что с КВЛ мы летаем в разные стороны. Там он меня убивает, когда я красных здесь сбивает. Сомневался. Дальше что? Давайте. Либерти. Нифига. И пойду. Свой пир.
Голос пропадает, блядь, я понял. Одну секунду. Чу? Попробую. Что? Так, попробуем сейчас вот такие настройки. Да, наверное, возможно будет слышно, как я буду щелкать джойстиком, когда стреляю. Блин, ну облака, конечно, пипец. Дурацкий ОБС, гадина. Ага, опять под атакой? Нет, атакой. ГД здесь нет, здесь вообще не вариант назад оглядываться, это жесть. Да, ситуация сейчас повторилась. Точно наоборот, сначала над аэродромом, на аэродроме было дофига синих и маленько красных. Кстати, чуть пролетели и уже... Уже дофига красных и чуть-чуть синих в виде моего лица. В принципе, я сам пошел туда, в этот квадрат, к ним. Я здесь вообще не представляю, как... Как здесь оглядываться и кого здесь можно увидеть? Было бы хотя бы смысл в этой бронеспинке, да? Там живучесть пилота бы повышалась или еще что-то. А так... Но сейчас вроде не должен пропадать. Здесь, ну да, я убрал этот порог чувствительности. Теперь, наверное, будет слышно, как я буду щелкать клавиатурой или джойстиком. Тоже недостаточно это гуд. Так, есть контакт. Кого здесь нет? Вверху. Похоже, синяки. Зо один тоже синяки. Нет, красного гонит. Нет, синий. Блин. Все пока синяки здесь. Почему-то прям сильно обороняет этот аэродром. Наверное, сюда часто кто-то приходит. Идем опять к ним, опять погибать. Если будет совсем все печально, ничего не получаться, пойдем. Так. Пойдем опять на берлогу. Там хоть что-то выходит. Либо надо будет менять тактику, но сверху я их точно фиг замечу, особенно с этой бронеспинкой, еще и шестерину профукаю.
Так, здесь красный внизу. Второй кто, красный или синий, не знаю. Это точно красный, пробуем его забрать. Ну как забрать? Пробуем по нему пострелять. Похоже. А, да, кобра. Ча, тридцаткой как даст мне спину. Этого пробуем сейчас забрать. Это что-то большое, судя по всему. Пипешное, скорее всего. Ну и ждем ударов 30, 37 миллиметров в спину. Да, пипешное. Двумя 250, четырьмя 250-ками. О, блин, я думал, он бомбу скинул. Так, пипешная вроде отваливает. Той в коброчке я не вижу, к сожалению. Засчитана она мне, по-моему, не была. Ну ладно. Идите сюда, посмотрим, что здесь. Синяки. Не могу сейчас ходить плотно с противником шестерину, вообще не вижу. Ну вот он сбросил, да, пешка свои бомбы, пойдет сейчас домой. Ясно. Скай идет. Аэродром там очень близко. Вот здесь надо разобраться, кто с кем здесь. Опа, это лавочка. Чем же ты ко мне так вылетаешь? А, вот зачем? Или это моя была тень? Нет, это не моя тень. Или моя? Это со мной еще рядышком идет на синяке. Синяк. Это нет. Я не думаю, что он садится, да, с шасси. Я думаю, что... Нет, он летает с шасси. Он вроде бы как целый. Да, он целый, вполне себе летабельный. Вот, срубили. Шасси, судя по всему, забыл убрать. Хожу. Лавка убежала. Лавку, конечно, догнать в нулях очень тяжело, без преимущества по энергии. Зло еще, что он меня не увидел. Ну и пеха, соответственно, тоже свалила. О, повреждение. Откуда у меня повреждение? Перекрутил, что ли, долго? О, огонь. Вот это я летун, так летун. Шли домой. Вряд ли, конечно, уже приду домой. Меньше обороты. Тиков на 9. Попробуем дотянуть. Но это вряд ли. Если я зафорсажит, то, наверное, в любом случае сейчас встанет. Потому что особо по мне вроде как никто не стреляет. Поршни не нравится. Только там полетать я не знаю где и насколько это будет интересно зрителю. Так, а здесь продолжает работать пеха. Короче, здесь мне теперь надо без палева пройти. Уже не сунешься.
Нравится, просто там Burning Sky вроде как есть, но там что-то все ругаются на видимость контактов. Опять же, это дамаг модель. Понятная вообще никак. То есть, там, наверное, было бы даже поинтереснее, как по мне. Сколько здесь их? Короче, отсюда можно вообще не уходить. Набирать высоту и тупо летать, стреляться. Очень много здесь их. Стороночкой, стороночкой. Спалили. Вот поэтому и я тоже и приучаю себя к плохому. Потому что то, что там сейчас, мне очень не нравится. Мне очень нравится вот здесь Виловская, да, дамаг модель. То есть повреждение, да, вот мне сейчас повредилось, но я еще и могу идти, лететь. Могу с пробитым крылом определенное время пролететь, но если дам перегрузку, которая превышает уже новую, так скажем, прочность, да, после повреждения, то крыло отвалится. Вот это классно. Так, ну там синих дофига, пускай воюет. Смотри на него. Раз туда и отворачивается почему-то. Да не первый раз уже такое. Единственное, да, минус в ДКС. Это именно вот эта вот дамаг модель. Как по мне. Что там говорить, тот же полет на Су-33 был на стриме, когда на Неваде. Да, просел, да, с шасси. Коснулся земли и сразу же взорвался. Тоже же так не должно быть. Хотя, да не, не должно быть. Подломи там стойки, сломай. Сломай крыло, убейся, например, наконец, от большой перегрузки. Ну, пилот, я имею в виду. Это не значит, что любое повреждение или недочет в пилотировании должен приводить к взрыву самолета. А там оно так и есть. То есть летишь, коснулся до полосы, считай, тоже плохо. Дрыгаются тихонько оборотики. Так, поставим. Пощадящий. Более щадящий режим, да? Так будет корректно сказано. Пробуем долететь. Где-то рядышком уже аэродром, да, вот нет Нил. За мной никто не пристроился строем. Это сейчас накажет меня так же, как я вчера. Вчера. Так, вот это, наверное, да? Блин, даже с GPS надо найти аэродром за целый. Целая история. Да, облака, скажи, кстати,
Так, а если на стриме облака вот эти вот сильно они стрёмно смотрятся. Ну и хотя потом запись гляну, конечно. Блин, если я ставлю их на максималку, то тогда ОБС-ка их не вывозит, когда мы к ним подлетаем. Посадка была после полной дозаправки, хорошо сесть с дивитонами, вряд ли получится. Да, тоже верно, может, можно. Да, возможно. Мне глаза не мазать. Попробуй потом. Я помню, что вчера тестил низкое и среднее качество. Вроде бы как не тормозит в ОБС, но особой разницы я не ощутил, чтобы она была. Поэтому поставил низкое качество. Паков, может. Ну, я тестил как бы на их уровне, когда летал в облачности, да, нижней кромки. Посмотрю потом с земли, как они смотрятся. И в среднем качестве, может. Проканает. Ну, будет терпимо и качество, и, соответственно, на стриме не будет видеть. По-моему, да. Кстати, да, вот я знаю, что в ДКС, да, мы тогда разговаривали. ДКС нифига не синхронизирован. Опять же, всяк. Здесь не замечали никогда такого, чтобы. Не, были ситуации, когда противник сквозь облака по тебе долбит, как будто бы их нет. Ну, даже никто, по-моему, не задумывался о том, что это из-за того, что. Кого это мы стукнули? Кто-то даже не задумывался из-за того, что это из-за того, что они не синхронизированы. Просто считали его читаком и все. Бритва. Вы видали, сколько бритва настриг за один раз? Раз. Раз, блин. Раз, два, три, четыре. Четверых буквально. Буквально по КД. Офигеть. Как так-то? Так, давайте спускаться. И этот Ронин красный бритва получается. Как он так сделал? Бритва. Десятерых! Шесть легких, четыре тяжелых. Офигеть. Он, может, на стоянку забросил бомбу? Интересно. Может, на стоянке долетел и сбросил. И гакнул там пару тысяч. Сколько там? Где по 500. Так, сейчас ребятки взлетят своими строями, побалуются. Пойдем. Не хватает точности с той же коброй, с той же лавкой. Могли бы убить с той же пешкой. Ну, пешки вроде накидали неплохо, но пешка улетела, как я понял. Свояси приспокойненько. А так вроде бы получается скрытно подходить, а вот стрельба. Очень пеня-алё. Так, поехали. Ему никого ждать. Опять нулями попробую все-таки. Свое счастье испытаю.
Да, скорее Вулч был по поводу тех четырех контактов. Потому что у него и строение есть, и орудие есть, то есть он, скорее всего, на штурмах работал. Мог скинуть на стоянку просто бомбочку. Я сам так делал, было и техно. Но это еще давно-давно-давно, когда была единственная сталинградская зимняя карта. Вот ребята набирают высоту, да, у них своя тактика. В группе, наверное, попроще, что я поднимусь на высоту, меня быстро заметят и быстро убьют. Блин, облака убогие. Ладно. Можно поставить нормальные облака и не залетать стараться. Ну и... Так, я пока не знаю, кто это. Затея, где те ребятки? Раз и исчез. Те двое, которые шли затея к цели. И они ли это? Или они-то что-то вперед меня сюда прийти никак не могли. Вот война идет. А это красный гоняет синего. Это кто? Там война. Там два синяка. Они в паре, они разберутся. Здесь один, на него двое. Поехали. Попробуем что-нибудь сделать. Этого первого надо брать. Еще на меня же потом пикернет. Опять коврочка. Валим. Меня, опа, на меня уже, да. Держись, мессерок. Все, кирдык мне вообще не рулится. Сильно покоцал. Но на нем шестерина была, может быть, он его убьет. А я валю. Еле-еле рулится вообще. Сильно
пробило меня. Блин, как тянет. Смотрите, с каким скольжением фигачу. Даль на всю. Левое крыло сильно накидало мне по элерончику. Давали, сейчас топливо начнет заканчиваться. Очень сильно кренит. Ну, 4К текстура, да? Огонь. Нормально так сходил повоевать. Одна атака и валить. Перестали вот эти вот, я горю, прыгаю, я ранен, озвучиваться. Это радует. Так, двигатель вроде в норме, оборот держит. Поэтому шуршим на всех парах. Держать его, конечно, вообще очень тяжко. Только отпускаешь ручку сразу же. Это и этот работает, все. Неужели вот из-за такого повреждения элерона... Кстати, тоже прорисовано на 4К, прям вообще. Так не видно. Так видно. Текстуры, да, огонь. Это на аэродром попытаемся посадить. Наверное, как-то на повышенной скорости надо будет заходить, потому что у меня очень плохая управляемость. Есть оба. С ними будет полегче. Кренит очень сильно. Ладно, пробуем. Там когда тоже текстура моделька огонь, да только... Ноги вызвали от падения. А, взвыли от падения производительности. Да, здесь, конечно, не поспоришь. Ой, сажайся уже. Все норм. Меняем и вперед.
В целом уже вроде терпимо летать, да, вот на такой на низкой высоте, но до первой шестерени. Тут сейчас сильно повезло, потому что у того, кто у меня был на шести, тоже была своя шестерина. А если бы там мессерок не подоспел, то пиши пропало. Шасси чуть не упал. Ту кнопочку нажал. Вообще не до конца, он что-то присаживается. Кто не едет? Я поехал. Посадки тоже никого не. Погнали. Тренируемся. Это то? Это такой? Как там синяк возвращается? Так, и... Вот чик-чик-чик прям прорисовываются такие контакты. Летаем на расстояние их отрисовки. Не было, не было, раз такие прорисовались. Пойдемте попробуем помочь. Война там идет. По-моему, она вообще не заканчивается. Война над этим аэродромом. Даже топливо, наверное, столько много брать не надо. Гоняемся.
Так, это пеха. Да, это пеха. Давайте пойдем на пеху тогда. Вроде все истребители заняты. Она дальше полетела. Да ё, ее даже не было видно за облаком. А нет, сбили, Ахтуба. Офигеть. Его даже не было видно за облаком черных разрывов на его корпусе, но при этом он продолжал лететь еще и стрелять, красава. Пешка. Опа, там еще и лок работает. Так, а нету больше. Это кто? Это пролетел, так пролетел. Синий. С красным вдвоем на одного это норм. В смысле не норм, но потому что справится. Здесь кто? Пеха опять? С кем? Красным. Так, вот этого яка можно пробовать брать. Проиграет, конечно, проиграет. Так, здесь красный. Опа. Да лак. Я не подрассчитал, что он будет на меня идти. Я думал, он с пехой отходит. Если у него вяжки, мне больно сейчас будет. Не вяжки, то хорошо. Как я сейчас лоханулся, ребятки, это жесть. А это же Либерти, здесь хрен повесишь то, что ты хочешь. Здесь вешаешь только то, что дают. Если меня мессер называется без модификаций. Ой-ой-ой-ой, я сейчас прям вяжки в эти залечу. Как ты так свалился-то неудачно? Офигеть. Так, все, забираем. Короче, по поводу подвесов с бронезаголовника, их невозможно убрать или повесить. Ну, как бы админы так вот решили, что должен быть вот такой самолет. Так, все, горит, отходим. Все равно мы карты уже слили. Гибнуть сейчас. О, давай! Добивай его! Их! Не получилось. Скилла крадить. Блять, лучше бы вот за моей шестью приглядел, гадина. Ты же видишь, у меня здесь беда. Горек какой быдрый, бодрый. Ага, понял тебя. Работаем. Так, я уже не знаю, мне кажется, все, у меня уже повреждение мотора. Что надо валить. До дому. Мне кажется, я все-таки перекручиваю, да, двигатель. Он привык это делать на берлоге. Так, все, он работает, пускай. Привык делать так на берлоге, потому что там не успеваешь дожить до того момента, пока он
выйдет из строя, так скажем. Поэтому здесь, блин, 9:38:30 поставлю и тихонько пойду. Успеем, либо в воздухе. Либо в воздухе завершить. Подвесы. А я, кстати, блин, я вообще, я и на берлоге почему-то подвесы не вешаю. Ну, как-то хочется, знаешь, так, с, именно с курсового, я имею в виду, с носовых своих пушки пулеметов попадать. А подвесы им там, конечно, лейка такая поливает, будь здоров. Но против бобров, наверное, эффективнее ничего нет, кроме подвесов. Посмотрим сейчас, доживет ли двигатель второй раз. Первый раз он меня простил, когда я его так перекрутил. Ну сколько там, минута? Ну да, минута я мог на нем работать, конечно. Согласен. Могло быть из-за того, что передержал в чрезвычайном режиме. Я не ошибаюсь, у него минута. Здесь даже написано должно. В этом самолетике не дописали. Ну и так вроде кинуть получилось неплохо. То есть поймал фокус, как говорится. Хорошо накидалось. Если мне 6 пишет, то я уже ничего не сделаю, пускай убивают. Сейчас я начну крутиться, точно не долечу. Я вроде... А, там уже закрыли эту цель. Красавцы! Красные, молодцы. Я теперь буду оборачиваться и смотреть, никто там не пилотажит за мной. Не упал, как вы там, Алёша Попович, да? Не упал. Пилорама есть... Здорово поставить. Пилорама есть. В виде пилорамы можно, наверное, глянуть. Это P40. На нем как раз, наверное, 6 браунингов стоит. Ну, тот же... та же Кобра. У него 4 крылевых, 2 носовых пулемета. Вот. Что еще? Ну, Фока у нее тоже можно повесить дофигища. Причем не пулеметов, а пушек. Сколько у нее? Раз, 4, по-моему, крылевых, да, одна носовая. Такое. То есть Фока тоже может как бы поливать неплохо. А так P40, наверное, вот я ее все время и называл пилорамой, потому что когда он сидит на 6, он прям даже звук. Звук даже немного похож. Когда он начинает зажимать. Че, опять выступаем на синий, на темной, на синей стороне. Мне вот интересно, почему вот здесь так вот. И 7. А, один, ну-ка, можно взять. Хочу. Сейчас кто-нибудь заберет стопудово. Здесь я на осе постоянно гонял. С такой вот штукой. 70. 300 литров. Видишь, ничего нельзя выбрать. Нет, успел. Так, не успел. Успел. Эмилька мне на... И пофиг. Давай так вот так сделаем. Так вот. И я стою в поле. Класс вообще. Да поле. Да вообще не аэродром. Правильно я понимаю? Да, это тупо река. А прикольно. Здесь тупо река. Здесь у ребят тупо река. Поэтому здесь всего лишь по одному самолету. Типа, ага. Сидит.
Интересно. Так, и куда здесь лучше пойти тогда? Сейчас пойду. Север сюда. Сюда пойду. Здесь много всего вкусного. По карта, конечно. Ладно, давайте запуск, да погнали, что здесь. Как мне играть? Так, главное не забыть, что здесь у нас есть радиатор. Вода. Радиатор. Термасло надо их открыть. А ты по сюда идти. Зу закрыл. Ауф открыл. Правильно, я думаю. Опа, этого я не... Так, наверное, получается. Почему он в звуку тогда? Есть вауф. А, у меня же техночат есть, господи. Так. И вы без техночата гонять. Поехали, наверное, вот этим танком в районе покрутимся, посмотрим, кто придет. Конечно, придет сюда, если ил какой-нибудь там. Хотя если 41-й был, да и 41-й навтыкает, наверное, со своих вешек. Плохо. Потому что если он даже без стрелков будет, покрутиться может. Зима, наверное, можно было подняться. Ну ладно. Температура что-то падает. Давайте. Тридцатку закроемся. Да, и камуфляж, ну нифига не камуфляжный. До зимы. Так, уже какая-то там войнушка идет. Судя по всему, это именно на танках. Вот он, контактик. Иди кого?
виде какого-то якорька. Попробуем что-либо с ним сделать. Не стреляет. Почему? Твою дивизию его перегнать типа надо, что ли? Твою мать. Он без быка. Вот это я нормально зашел. Вот это танкист молодец, блядь. Не стреляет. С чего вообще не стреляет? Бомб нету. Это класс. Блин, и самое интересное, я даже не понял, наверное, что на него заходили. И понял. Понял? Нет, не понял. Сбегаем завтра последний экзамен. Давай, удачи тебе на экзамене. Спасибо, что заглянул, Оска. Спасибо, приятно, что постоянно заходишь. Что значит не знать нифига по поводу сервака? Ой-ой-ой. Красава, конечно. Я думал, это типа а-ля прикрышка. Блин, давайте почитаем. Мне кажется, я вообще там всю игру, наверное, синякам испортил. Из-за этого. А, я же здесь сейчас не почитаю. Нет, почитаю. С любого основного аэродрома посадить его на любой аэродром спасения. После команды стран союзников ЛБЛ-2, команды стран оси Е-87. Блин. Ну ладно, поехали перегонять. Это жесть, конечно. Нормально так зашел. Для начала миссии необходимо перегнать самолет. После этого на данном аэродроме появится самолет спасения. Ил-2 для команды страны Ю-87. Я нифига здесь не Ю-87, у меня здесь Эмилька. Что с ней делать-то? Он не стреляет. То есть нажиматься-то у меня все нажимается, все норм. Все типы вооружения. По отдельности и вместе. Ну ладно, давайте посадим, может быть. Я не дочитал просто. Госпитали. Бескуир-2. Ладно. Давайте. Давайте сажать, фиг с ним. Интересно.
поиграл. После этого на данном аэродроме появится значок. Чего? Полет спасения на карте при рисуется точка госпиталя. Время перелетов всего госпиталя появится соответствующий 10 милька. Пауцира друг. А, вот. Дата, короче, откуда-то. Чё я перек... Зачем, зачем там тот Эмилька стоял, объясните, пожалуйста. Г2. Г6. Г4. Кого же... Давайте Г2 я хоть на нем летал. Шара. Слово. Ну так, здесь уже можно ставить. Давай. Снять садки. Нет. А пятнашки на Эмильке этом. Так, принь. Пойдем тогда. Страдать, значит, будет страдать. Здесь, наверное, год. Какой-то значок надо куда-то перегнать. Да, куда? Пойду, наверное, туда же. Этих же танков. Пришел як. Вполне возможно, что сейчас туда же приду. Сейчас туда же, возможно, ребята. И здесь оба... Техники. Что значит не летать? Я не знать. Очень не нравится мне здесь переднее стекло это. Но особо не выберешь. Потом можно ручку в пол рут, в смысле. А, 24-12, туда все и пошли работать. Надо еще на Фоке учиться летать, потому что, кажется, Фока более ходовой самолет. Сир. На Фоке кабина еще хуже.
Блин, ну я так и не понял. С того перелета на Мильке сейчас, ну, лечу, как бы пытаюсь осознать. Мильки не появились, поэтому перегнал его, считай, зря. Что с ним надо было еще можно было сделать, если он без вооружения? Может, чего-то разведать? Причем, насколько я помню, эту карту у красных на таких же аэродромах, ну, этих фронтовых, так скажем, шачки стоят. Так, там уже вон война какая-то. Персера, как всегда, видны. Стреляет не. А, ну это, судя по всему, наземка долбит. Долбит. По атакующим. Ну и как можно заметить, атакующие нифига не по земле стелятся. Возможно, бобера, возможно, это просто прикрышка поднимает себя зенитки. Так, ну здесь как бы голову хоть какой-то будет маленький обзор. Оу-оу-оу. Прорисовались. А, у нас же здесь и спитые есть. Оп. Отстреливает, смотрите. Да. Не очень красиво, наверное, поступаю. Можно его оставить. Наверное, будет даже правильно. Будет он на него еще заходить? Нет, больше не заходит. А почему? Давайте сюда мы зайдем. Зря подвесы брали. Стрелок, как я понимаю. Да, и он со стрелком. Или потому, что он уже отстреливался. Понял, что не уйти, отстреливает ракеты. Еще бомбу будет кидать. Что-то отвалилось. Так, а наземка, как я понимаю, что-то заглючила, да? Постоянно стреляет. Некуда. Ясно. Так, вот это мессер. Кто-то новенький. Это красный. Ага. Вроде два синих. Оп. Исчез куда-то в боках. Попробуем подняться, пострелять, закрутиться. Там ребятки подойдут, я думаю. Конечно, вообще осматриваются. Вот он. Этим облаком.
Потерял. А, вижу. Ага. Туда все бегут. Там какой-то кипиш. Я пока не понимаю, кто. Да, там. Там красные гоняют одного синего. Можно, конечно, попытаться помочь, но это смерти подобно. Он ходит. Давайте попробуем, вариантов нет. А, он все убит. И он убит. Терпи, брат, что ты сделаешь? А, он, кстати. Да, он не один, отлично. Значит, продолжаем сопровождать вот этого товарища. Оу, почему такое скольжение-то? Продолжаем сопровождать этого товарища. Пишем ребяткам 6. Тот, который вверх вытягиваешь, у тебя 6. Я за ним. Оу. Сейчас он его срежет. Терпеть, других вариантов нет. Пока. Отогнали уже. Пол миссии выполнили. Так вот это уже хорошо попали. Пока не очень красиво, конечно, делаешь. Блять, что здесь сделаешь? Ладно, фиг с ним. Да, надо было что, в следующий раз дождаться, пока его убьют, и потом уже, да, воевать получается, чтобы случилось в такой ситуации. Ну и я, соответственно, как лошара, уже без крыла тому. Стрельнул. Ну там чисто на удачу проверить пристрелку, но все равно некрасиво. Так, я по нулям пойду. Нафиг. В том-то и дело, да, что вроде хотел сделать добро, а получилось у тебя еще и скоммунизили. Но это ладно, это ерунда все. Я больше переживаю, что зачем я пострелял по тому товарищу. Ну ладно. Ага. Есть красный. Один ли он, пока непонятно. Один точно есть.
Надеюсь, что Фока тоже его заметил, и именно поэтому начал набираться в сторону. Случая чего... Вот самое интересное сейчас, когда он сядет на тебя, ни хрена не постреляет по нему. Лавка. Ладно, отходим. Опять мистик. Сорян. Наземка так и долбит. Блин, ну вот да, это какой-то баг. Судя по всему. Либо только у меня так отрисовывается. Ладно, пойду на дозаправку. Надо зарядку. 200 килограмм или 200 литров. Может не хватить в случае повреждения. Ага, там он война. Давайте вернемся. Опять Фоку гоняют. Правда, там есть союзничек. Подвески рвут. Ну да, подвески добавляют, конечно. Оу, столкнулся, что ли? Тебе и помог. Да, и этот начинает падать. Валим тогда. Надо зарядку, надо заправку. Будем ждать следующих штурмов. Сколько? Я две четверти, да, слупил. Половину быка, наверное, точно выстрелил. По индикатору. Пушки. А здесь я, кстати, не помню, сколько здесь снарядов. А, подвесы, насколько я помню, заканчиваются немного раньше, чем снаряды у пушки кусовой. Опа. Там какая-то война идет. Там что у нас? Там у нас вообще... Карту я опять не отдал. Там вообще ничего нету. Что там за трассера тогда могут? 135 в каждой, да?
Не, ну там ничего не может быть. Это баг опять глюк. Бага глюк. Это левые трассера летают. Поехали на аэродром. Шпарит, смотрите, 550. А, ну сейчас зима. Косяки мы разгонялись. 500 только жгли. Ну, в смысле, на Мисюке, на передыхе. Почему он так себя ведет? Чихает, чихает. Двести семьдесят, а 135. 5, а здесь 200. Ну да, чуть раньше будет. Так. Даже. Да, но почему-то нигде никто ничего не купит. Я помню, возьму, да, все зал. Как не ввести тут? Точку. Время не туда, а никуда. Ничего ни у кого в госпитале так и не появилось. Чем надо было все это придумать? Не все работает просто.
Так, надо еще, наверное, пару вылетов. Шиться. Ну и все, вроде погнали. Особых танцев с бубном нет, все на автомате. Таки стоят. Ого. Значит, на Airfield сходить-то далеко. Противник тревал танковую колонну на маршруте. Это какая? Танк атака. А, колонна, это на севере. Все равно туда не успеем. А, нет, вот Гаврила Долбит, давайте на аэродром отходим, если что. Гаврила Долбит все-таки аэродром. Прям на всех парах. Я же бесконечно могу на 1.3 идти, да? На густые тоже ограничены. Сейчас Гаврила, мне кажется, уже уйдет оттуда. Когда я дойду. Ну ничего, потом поднимемся к танкам. То проверим. Конечно, печалька может быть, что Гаврила может быть и не один. Так, пропустила что-то чатик. Бил ли Гаврила там еще по кому-нибудь, или он отходит, интересно. Но я пытаюсь здесь отрезать траекторию для того, чтобы, если он пойдет по прямой домой, его там встретить. Что Ил-то все-таки не такой быстрый, как Сюк.
далеко сильно не должно быть. Над елочками глянем, если нет, пойдем тогда туда к аэродрому. Здесь никого не вижу. Наверное, после зениток он как минимум должен дымный. Либо его зенитки забрали, как вариант тоже. Такое возможно. Нет, вот дымный работает. Да, есть шанс. Буду один. Второго я не вижу. Ну, в смысле, больше никого не вижу. Всего и лог. Ну, просто я помню еще с прошлой карты. Гаврила ходил на Иле. Поэтому... Здесь я предполагаю, что он... Ну, в смысле, не предполагаю, предположил и полетел. Что он на Иле. Надеюсь, что вот из этой атаки будет выходить, и мы как раз его встретим. Он, конечно, не убьется. Нет, не убился. Сейчас самый вариант. Хочет ходить, как я планировал. Да, рули высоты самое. А это не он. А Гаврила где? Рули высоты на Иле — это самая тонкая ниточка. Если стрелять по хвосту, то считай практически сразу, что ты его собьешь. Ну как я понял еще. Сам пытаюсь летать на Иле. Постоянно выбивались руль высоты, тяги руля высоты повреждены, и все. И в землю. Чего уже не сделаешь. И здесь можно было наблюдать, как отстегнулись у него. Два РВ сразу. Пытаюсь еще кого-то увидеть. Судя по всему, он был один. Возможно, Гаврила упал или отошел, успел уйти. Тогда на танки, но через трафик. С трафик к аэродрому. Что еще кто-то будет. Вот так же опять, если сравнить, свяшек 110-ку сложнее забрать, чем с густого ИЛа с подвесами, тем более. Я не ожидал и такую высокую макушку видеть. Думал, если честно, все. Кирдыкович. Здесь вроде бы на трафике никого не наблюдаю. Пойду к танкам. Идет.
Судя по всему, это не синяк. Похоже на пешку, что-то большое. Это ил, наверное. Да, это ил, идет как раз на аэродром. Да ладно, ну вот как так-то вот? Мой стрелок вообще никогда не попадает. И этот прям молодец. Повреждение двигателя. Прекрасно. Я назад не вернусь. Ну вот опять руль высоты. Смотрите, что творит. А, это дурачок какой-то. Да, дурачок какой-то меня втемяшился. Таков был. Казалось, что врубился, но вроде как улетел. А как же я их не посмотрел, то что он есть? Белки на деревьях опаснее. Как я его не посмотрел, то что он есть? Ёбэ. Чё из... Как быть, как быть. Ладно, давайте завершимся, наверное, на сегодня пока. Здесь какая-то фигня происходит. А у меня что, если я его возьму, он вообще без вооружения. Нужно было идти пусто. Фига себе, я осел. Погнали. Здесь кто-то кружится. Сейчас еще раз тогда, если что, того и фиг с ним. Это я, походу, отключил себе вооружение. Балбесина. Так, смотрим, где этот товарищ. Вон он сзади. Красно. Пробовать доставать. Но этот тогда сильно крайний вылет. Так, он у меня сзади. В районе танковой колонны, что ли? В любом, наверное, не один. Здесь главное взлететь. Так, ну и я его не вижу теперь. Я почему-то не отрисовываюсь на карте. Ладно, пойдемте к танковой колонне. Сколько там? 120, наверное, градусов, да? Не, нет меня на карте. Прикольно. Так, вот они. Контакты какие-то. Так, это как синий. Не? Это синий. Блин, где я-то сейчас, как сориентироваться? Прикольно, ладно. Я был здесь, мне лететь домой 250. Да, это синяк. Жацк, это... я понял, почему я не вижу. У меня карта-то не в том месте. Так. А,
Ну этого, наверное, сейчас убьют. Давайте, это что, к танковой колонне пойдем. Посмотрим, что там, да как. Блин, это я мог, конечно, того яка срезать на той эмильке. Сам лошара. А здесь, судя по всему, просто проходил по 4.12. Здесь 20.12. 24.12 так и продолжаю долбить. Можешь пойти тут. Ну, ладно. Почему мессер здесь крутится и кого он ждет, я не пойму. Блин, ну стрелки на еле, конечно, это жесть. Из головы не уходит. Короче, когда я лечу на еле... Казалось. Да я лечу на еле, стараюсь даже не вилять, там, не дергать самолет, чтобы главное стрелку было комфортно. Ни хрена не попадает. По этот по мне, как давай накидывать. Красава. Так, и чё, и где здесь колонна? Понял, она типа двигается, ее хрен найдешь. 17. Оу. Я точно не успею. Так, подождите, мне даже очень интересно, а где эта колонна? Кого мы здесь прикрываем? Может тут. Что тут мессер правильно делает, что там летает, и колонна уже типа туда дошла. А здесь она стартовала. И она где-то... Это вот в этих прогалах деревьев должна быть. Я здесь ничего не вижу. Хм. Игрок был за стрелка? Нет, навряд ли, кстати. Игрок, мне кажется, еще хуже стреляет, чем стрелок. Можно будет, кстати, потом посмотреть. Боги. Так, и... Там опять противник. Аю. Я не вижу никакой колонны. А как же... Кто? Что он по этой дороге уходит?
Или вот по этой. Вряд ли. Как же тогда красные разыскивают эту колонну, еще и уничтожают ее. Попасть здесь аэродром какой-то. Точно не из по той дороги. Так, вон контакт. Давайте проверять, кто это. Же тоже товарищ. Только красный ищет эту же колонну. А он, походу, на встречном идет. Меня видит, наверное, 100%. Похож на Эла, по-моему, да? Да, похож. Просто везучий. Да блин, это просто я не везучий. Кинжок, это точно. Да, это Ил, ребят. Он работает, судя по всему, по колонне. Сейчас проверим опять стрелков иловских. По-моему, он один. Я никого не вижу вокруг. Давайте пробовать. Конечно, Эмилька не самый лучший. Агрегат, хотя есть пятнашки в крыльях. Пятнашки-то тоже дамажат неплохо. Попробую зайти сейчас и снизу. Да, со стрелком. Ну, я тот еще заходчик. Смотрите, блядь, попадает и все. Дал. Я тот еще заходчик с 6 заходить. Ладно, я тебя понял. Бак пробил, это уже плохо. У меня топлива было немного. Сейчас, значит, пробуем отработать и вернуться домой. Похеру. Да ладно. Но ошметки до сих пор сыпятся с него. Нет, все, отвалилось что-то. Половинка руля высоты. Да, ладно. Поехали домой. Я пробитый. Пробитым топливом. Где дом? Ёптель-моптель, я не долечу. Топливо. 200, ну хотя... Давайте максимал возможный. Бежать. Колонну мы, кстати, так и не нашли нифига. Ну да, это я такой заходчик. Просто надо учиться против штурмов заходить. Поэтому здесь даже нечего пенять на удачу или неудачу. Надо было сразу заходить сзади сверху, а не тупо с 6. С 6-то только, наверное, дурак не может попасть. Тем более бот. Так, у меня... Плюс ко всему еще и радиатор, судя по всему, пробитый, да? Блин. Не дойдем. Три квадрата. Температура уже 95. Растет. Аэродромов рядом никаких нету. Здорово, странцы.
самокритикой. Да нет, это все очевидные вещи, просто да даже любой зритель потом также откритикует. Все, у меня, да, двигатель 120 сейчас встанет. А если я его остановлю, вода все равно вытечет, правильно? Даже не остынет он, фига. Ну-ка, давайте сейчас попробуем. Будет он остывать вообще, чисто для ради эксперимента. Клин. Клин словили. Он остывает. Наверное, если запущу, все равно будет клинившим. Не, не остывает. Не запустите, я уже не запущу. Какой-то бугорок, гадина. Какого черта? Ну ладно, синего не жалко. Там валяемся. Ты недалеко улетел. Сквозь фонарь, да ладно? Если закрыть фонарь. Если закрыть, не достает. Да, если... А, стреляю. Просто вверх, как я... Вообще в кабине остается. Потому что по тому мессеру, может, и можно стрелять. Ладненько. Решаем задание. Вынужденная посадка. Я на базе. А базе. А базе засчитали. Прикольно, конечно. Все, давайте... Оу. Давайте будем шаться. Завершаться на сегодня. Буду рад вашим подпискам, если кто. Да, солнце, блин. Еще 6 научиться снимать, наверное. Это не так сложно, да. Главное, что у тебя на 6. Давайте будем завершаться сегодня уже. Че мы, сколько? 2, почти 3 часа сегодня уже по стримчику. Забежал, ну, посмотришь запись, либо на YouTube. Сейчас тоже выложу. Хороших всем окончания выходных, легкой следующей недели. С вами прощаюсь. Всего хорошего, пока-пока. Кстати, да, группа ВКонтакте, не забывайте для анонса. Если не приходят уведомления от Twitch, можно подписаться в группу ВКонтакте для того, чтобы получать своевременные анонсы и оповещения о начале стрима. На сегодня все. Прощаюсь с вами. Всем пока.